Ведь прокуроры, вы всегда правы. И вот сижу я в Турханском крае, где при царях сидели в ссылке вы. И вот, дорогие друзья, начался сюжет с Рульковым Михаилом Михайловичем. И поговорим... Аккуратненько присядем. Да. И поговорим о самом главном. Что есть человек, где мы живем, что есть Создатель, что есть Бог, и как, понимая природные процессы, мы можем создать земной рай на планете. Ярослав Петрович, гости нам будут помогать задавать вопросы, Ярослав Петрович, они возникнут в процессе общения с вами. Вы знаете, настолько вы глубоко копнули свои вопросы, что мне поначалу кажется, я растерялся, несмотря на то, что я ученый, у меня три высших образования, но тем не менее. Значит, первое, наша планета имеет форму шара. Это самая компактная форма в нашей планетной системе. Обратите внимание, все планеты в нашей Солнечной системе имеют круглую форму шара. Поэтому на один вопрос я практически ответил, что форма шара. Человек, к сожалению, не имеет формы шара, хотя у него есть некие причинные вещи, которые имеют круглую форму. Не будем уточнять. Теперь, что касается нашей встречи. Я испытывал давно, значит, желание встретиться. Мы так редко встречаемся, что я даже стал забывать, как вы выглядите. И выглядит ваш сотоварищ по голованию, Леонид Дмитрий Захарович. Но он увлекся едой, мы беседовать будем с вами. Я иногда одеваю черные очки, поскольку они мне, ну, как бы, рекомендованы офтальмологом. У меня правый глаз глаукома, и мне врач рекомендовал не снимая носить эти очки. Но поскольку у нас сегодня встреча, и я не хотел бы выглядеть Джеймс Бондом, поэтому я время от времени буду их одевать, ну, с вашего разрешения, конечно. Вот. А сегодня очень знаменательная дата. Сегодня исполняется 72 года нашему президенту. Это великий человек, который уверенной рукой Горбачёва ведет нашу страну к победе социализма. Почему? Наследие, значит, Сталина говорило о том, что наша земля, наша Россия, никто не олицетворял СССР, это все была Великая Россия. Она, собственно говоря, должна жить по Конституции 1937 года, Сталинской Конституции. И Владимир Владимирович Путин, уверенной рукой Горбачёва, ведет к разрешению этой задачи. Сейчас идет война, ее зашифрованно написали СВО. На самом деле идет война против империалистических государств. 70 с лишним, значит, государств, которые пытаются экзистенциально уничтожить наше государство. У нас нет другой возможности, как победить. Если мы не победим, значит, русские и славяне исчезнут с планеты Земля. Наш союз был нерушимый. Это славяне составляли единый корень. Это была Россия, это была Белоруссия и это была Украина. Но наши враги сумели за короткий срок изменить менталитет украинского народа. И это, я считаю, что это большая ошибка нашего КГБ. Ну, сейчас это называется ФСБ, но тем не менее. Поэтому сейчас идет война не за территории, а за души наших украинцев. В Украине есть очень много людей, которые
не приемлет фашистующий режим Зеленского. Но, тем не менее, он делает все, чтобы уничтожить славянский корень. Поэтому, устроив эту бойню, мы вынуждены тоже отвечать на это. И два братских народа перемалывают в этой войне свои души, потому что человек – это не только тело, но и душа. Пройдут годы, пройдут десятилетия. Как будут развиваться события? Вы знаете, Ярослав Петрович, я не хочу оказаться оракулом, но я так думаю, что Россия, победив в этой войне, она, как в Ялтинской конференции Сталин заставил стоять и Рузвельта, и Черчилля. Он был человек несгибаемой воли, поэтому, следуя его заветам и его конституции, мы поставим мир в таких условиях. Или вы будете исполнять волю русских, ну, под русским я подразумеваю всех тех, кто проживает на территории России. Это и грузины, это и евреи, это... Потому что то, что я называю, это национальности. А у Сталина был всегда очень больной вопрос, он сам был грузин. Вот. И для него это было принципиально. Люди, говорящие на русском языке, им мыслят по-русски. Поэтому развитие цивилизации, нашей планеты, значит, все народности, населяющие нашу планету Земля, а их свыше 300 народностей, если быть точным, то это где-то под 400, но тем не менее. Я знаю от 5 до 8 тысяч. Эта цифра учитывает малые народности, такие как чукчи, там вполне возможно, Ярослав Петрович, я не буду с вами спорить. Мы собрались сегодня совершенно под другим вопросом. Возвращаясь, значит, к своей мысли, хочу сказать, что в настоящий момент, поскольку победив фашизм, мы заставим все народы дать письменную клятву. Там заставим? Заставим, да, именно заставим. Не предложим, а заставим. Потому что... А если... давайте у себя сделаем рай на планете, они сами захотят. Рай на планете очень трудно достижим, потому что... Что такое рай? Рай – это... До прихода человека на планете был рай. И только человек и его поведение превратило... Ярослав Петрович, вы ерничаете, извините. Вот, но и тем не менее, значит, повторяю, заставим, потому что предложим это такое неопределенное. То ли захотят, то ли не захотят. А здесь императивно заставим, поскольку мы победили фашизм и предложили, вернее, заставили народы следовать нашей воле. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, вполне. Вполне. Я могу сказать, мои сенсы предсказали, что будет, мы объединим все народы. Как вы помните, в Российской империи была Финляндия. О, это хорошая формулировка. Да. Была Финляндия и была Польша. Поляки на сегодняшний день нас ненавидят и готовы нас растерзать. Но переформатировать народ оказалось очень легко, как показали. Значит, опыты с этим, с фашистующим украинским народом. Поэтому переформатируем. Поскольку выход из состава Российской империи был незаконен, и это все юристы мира знают, поэтому мы не просто попросим, а заставим вернуться в лоно Российской государственности и Польшу, и Финляндию. Поскольку сейчас они нам не дружественны, но метод принуждения сыграет свою... Уходим. В каждый дом автономную энергетику, летающие тарелки, утилизация всех отходов. Понял. Я могу сразу сказать. Дефицита
изобилие? Ну, могу сказать, что был такой... Был... Дмитрий Захарович, ну что ж вы мешаете нашей беседе? Сбиваю в смысле. Дело в том, что в Польше и Финляндии были в составе Российской империи, то, соответственно, незаконный их выход мы оспорим в любом суде. Кстати, Организация Объединенных Наций в свое время предложила. Давайте что сейчас делать? Сейчас, секундочку. Можно я? Что делать будем, когда победим, это что делать сегодня? Сегодняшний день, достаточное время, в котором мы живем. Я очень рад, что я как живу в этом времени, хотя мне 80 лет. Скоро кончится, ну, в смысле, произойдет этот для меня печальный случай, потому что 80 лет – это из моих 500 лет жизни, это еще небольшой. Петр Петрович Горяев, мой близкий друг, вынимая последний волосок из моей головы, сказал, что ты проживешь 500 лет. А я говорю: Петя, ты что, с ума сошел? Он говорит: это не я, это наука говорит. Угу. Поэтому, исходя из того, что у меня есть баня, у меня есть аппарат горного воздуха, который у меня висит над моей головой, серебряные иголочки, это все говорит в пользу того, что я оздоровляю свой организм, несмотря на трудности бытия. Поэтому на ваши вопросы, Ярослав Петрович, я отвечу таким образом. Я рад, что мы живем в такое время. Вы мой соотечественник, естественно, я буду предлагать те методы оздоровления, которые я собирал народные мудрости и претворял их в жизнь. Мои 2500 ученых – это мой, с одной стороны, ценный клад, а с другой стороны, это опытные кролики, на которых я отрабатываю свои оздоровительной технологии. Возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать, мы живем в замечательное время, и что у нас замечательный кормщик, который ведет нас к социализму. Потому что Сталин в свое время сказал вещи и слова, что социализм победит с неизбежностью. То есть коммунизм победит с неизбежностью. Нет, не коммунизм, потому что коммунизм – это несбыточная мечта. Это Ленин, фанатик, дал неправильно. Давайте подправим. Несбыточная мечта, пока ты не познал законы мироздания. Законы мироздания позволяют создать автономные точки неограниченной энергии и перестать бороться друг с другом в борьбе за... Ярослав Петрович, вы меня перебиваете, перебиваете мои мысли. Дело в том, что социализм – это та форма существования людей планеты Земля, а коммунизм, как бы мы ни стремились к коммунизму, он как горизонт. Ты к нему приближаешься, а он отдаляется. Поэтому давайте говорить реальные вещи. Дать определение. Социализм? Коммунизм. Ну, вы говорите, он отдаляется, а он достижим. Коммунизм – это что? Нет, это несбыточная мечта, и надо жить реальностью. А философы говорят, что даже если рай – это утопия, то заниматься человек ей обязан, иначе он перестанет быть человеком. Зиновьев. Это цитата Зиновьева. Ну, Ярослав Петрович, я не берусь, конечно, опровергать ваши глубокие знания, но, тем не менее, возвращаясь к тому, что социализм – это та самая форма. Переходная форма. Она не переходная форма. Мы живем... Либо хищники, либо не хищники. Нет. Ну, вы путаете понятия. Психологические карты перехода к коммунизму. Нет. Устроение сознания человека. Ярослав Петрович, социального... Ну, можно меня не перебивать? Все-таки имейте, ну, как бы... Ни одного актера все-таки. Я понимаю. У нас, кстати, у нас диалог, а не монолог, да, меня одного. Поэтому я вас не перебиваю, а вы вот пытаетесь
Я внимательно слушаю вас, а вы, когда хотите повернуть угол зрения куда-то в сторону, вы меня начинаете перебивать. Мне становится неловко. Я концентрирую внимание вашей и аудитории, что мы можем ставить сверхзадачу как достижимую на расстоянии вытянутой руки. Рай на земле – это тоже неизбыточный, так же, как и коммунизм. Поэтому с этой точки зрения вы меня как ученого, как философа, у меня все-таки три высших образования, первое из них философское. Последнее юридическое. Мне как юриста вы не собьете, как философа тем более. Поэтому я ставлю точку. Рай недостижим, коммунизм недостижим. Давайте говорить категориями достижимых вещей. Вот это будет правильно. Поэтому я считаю, что если мы на одной волне с вами, а ваше название – глобальная волна. Понимаешь, это глобальная волна – это что? Это вот такая, ну, как шторм Айвазовского. Видели волну, да? Там маленькие пузырьки воздуха. А без воздуха жить невозможно. Сколько человек, ну, так будем говорить, без еды проживет где-то приблизительно 40 дней. Без дыхания он проживет... Без воды, вернее, проживет 10 дней, я на себе лично проверял. А вот без воздуха, даже имея тренировку, значит, пловца, я больше 5 минут не мог прожить без воздуха. Ныряльщики за кораллами доводят до 20 минут. Но там определенные техники. Поэтому вот давайте сконцентрируемся на том, что воздух, который нас окружает, это та среда, в которой мы можем существовать. Если мы ядерными испытаниями сорвем атмосферу, мир погибнет. Поэтому считаю, что те задачи, которые ставит Владимир Владимирович, они достижимы. То есть мы должны искоренить империализм во всей его красе и сделать нашу цветущую планету раем. Хотя рай недостижим. Казалось бы, вот так. И если вы считаете, что на сегодняшний момент я удовлетворил ваше желание, то можно было прекратить беседу. А можно продолжить, если будут какие-то вопросы. Еще. Как этого достичь? Технологической карты достижений. Как достигнуть чего? Победить империализм. Победить империализм? Ростовщичество. Ну, конечно, инстинкт каждого человека, вне зависимости от национальности, это грести на себя. Только курица дурная гребет от себя, чтобы найти какое-то зернышко. Поэтому достигнуть вот уничтожения империализма вполне можно. Каким образом? Ну, во-первых, после победы, значит, нашей России ставится ультиматум, чтобы ни в каком виде империализм не возродился. А для этой цели существует метод принуждения. Нельзя без принуждения достичь определенных целей, потому что принуждение является одним из рычагов и воздействия на окружающее человечество. Что можете сказать про концепцию предложения Рязанова Александра Александровича в Народной социалистической партии? Александр Иванович Рязанов, да, я с ним очень близко знаком, читал его книги. Он утопист, понимаете, вот в чем дело. Наши с ним... В чем вы видите объединение? Дело в том, что Рязанову надо отказаться от утопии и перейти к реальным делам. Да, он человек очень упорный. Да, приводите примеры. Что утопия, а что есть реальное дело?
Ну, я, к сожалению, как сказать, из своих файлов его споры уже исключил. Мне трудно вот сейчас сформулировать, в чем его утопизм. У него есть. То есть он считает, что достигнуть коммунизма, а для меня это ругательное слово коммунизм, вот, невозможно. Но с другой стороны, он вполне лояльный, то есть из него можно лепить, как из пластилина, если он убедится в том, что моя концепция или концепция ученых, таких, как и он, значит, вполне приемлема. Если он примет ее как аксиому, я думаю, что он не безнадежный. А где можно прочитать о вашей концепции, в чем она заключается? Дело в том, что я, к сожалению, я не пишу свои дневниковые записи. Но моя концепция очень простая. Живи по-божески. Живи по-божески, живи по правде. У более 100 тысяч религиозных направлений в мире, и божество, оно всегда... Дело в том, что религий может быть много, а Бог един. Люди называют это... В нашей концепции Бог – это эфир, а эфир – это Бог. Нет, давайте все-таки разделим... Бог – это время. Давайте лингвистически разделим на эти понятия. Что такое Бог? БГ. Да. Божественное государство. БГ. АО. А в природе есть такое понятие государства? Это выдуманный термин человека. Почему? Кто сказал? Да нет, ну, нет. Это вот легко... Нет. Ярослав Петрович, давайте. Хотя человека разделено на органы. Да, вот начнете. А я вам скажу, что, значит, душа человека находится в орле. Орла сбиваешь, там заяц. Зайца сбиваешь, там утка. Утку, это самое, раздел, и там яйцо. Яйцо... Кощея бессмертного, надломил яйцо, и все, и кончился весь мир. Яйцо, острие, которое напоминает, вот когда раньше шли на войну, как шли? Вот шли вот таким вот свиньей, да. Для чего это? Когда ты вторгаешься, рассекаешь, как нож. Вот раздвинул. И единственное, что надо сразу же раздвигать границы. Вот для чего? Для того, чтобы не обошли с фланга. И если хватит у тебя сил и напора, то ты победишь. Потом охватываешь фланги, и да, образуется косяк. Что каждая частица знает о поведении другой частицы. Ну, если говорить вообще о частице, как бы сказать, материи бытия. Материя, бытие. Это определение, что есть материя, что есть бытие. Ну, давайте, наверное, нам не хватит. Времени. Так, для того, чтобы не давать определения, есть ли направление движения, куда в науке лучше идти человечеству, чтобы достичь уникальных достижений в теле, в понимании духовности, хотя я настаиваю, что все-таки тело человека – это первичная оболочка, потому что без тела дух не существует. Нет, ну да, давайте начнем с так, что существует 12 реинкарнаций. Существует... А нас уже как-то... Ну, во-первых, здесь свободных мест много, во-вторых... Вам не мешает, скажи? Что, мешаем? Не. Сейчас мы. Да, давайте так. Материя и бытие. Материя – это то, что создал Творец. Все называют Богом, а я называю Творцом или Создателем, неважно. Поэтому материя – это его произведение. Естественно, наделяя нас оболочкой, то есть телом, он предполагал, что это вместилище духа. Где располагается дух в нашем теле?
Я долго думал, долго, значит, экспериментировал. И оказалось, сердце, как ни странно, сердце не только мотор, который качает кровь. Кстати, кровь тоже сакральная жидкость. Да. И если пользоваться моими народными методами, спиртовой раствор боярышника, определенным образом приготовленный, значит, он делает кровь легкой, и она проникает в трубчатые кости, в которых... А это надо кушать чеснок. Так, кушать, Ярослав Петрович, да, давайте, вот не перебивайте меня. Дело в том, что попав, значит, в трубчатые кости, а их у нас 8, раз, два, три, четыре, на ногах, вы вымываете в кровяное русло свои собственные стволовые клетки. Стволовые клетки – это клетки бессмертия. То есть они постоянно редуцируют новые и новые. Если клеток у нас свыше 30 триллионов клеток различного назначения, и когда кровь омывает клеточку, если она отмерла, то стволовая клетка ее замещает. Если она больна, то берется ровно столько ингредиентов, сколько нужно для того, чтобы эта клетка восстановила свою работоспособность. Поэтому, исходя из того, что все-таки мы произведение Бога, Творца, и я повторил, что это находится, Святой Дух у нас находится в сердце, и это как бы частица Бога. То есть частица Творца, который дал нам ее взаймы. И если мы проведем достойную свою одну реинкарнацию, вторую, третью, четвертую и так 12, то мы приобретаем вечный дух и вечное тело. Кто бы ни спорил со мной, я буду стоять на этой конструкции, потому что 36 лет занятий наукой позволяет мне, ну, создавать некую квинтэссенцию бытия. Теперь что касается бытия. Что такое бытие? Это время протекания материальной жизни. Но время бесконечно. Точно так же, как и пространство. Почему мы живем в пространственно-временном континууме? А я говорю во временном пространственном, потому что время первично, а пространство вторично. Поэтому, наверное, сегодня нам хватит. Я думаю, что можно было бы еще продолжать, но встреча с глобальной волной меня всегда вызывает противоречивые чувства. Вы меня провоцируете на очень философские измышления, а я иногда живу материальной жизнью. Мне хочется покушать, мне хочется попить, иногда выпить. Кстати, значит, существует... За съемку в сюжете оплату получите. Да, получите. Не буду говорить, что, но кулак у меня еще. Правда, у меня вот мне все время говорят мои кураторы из комитета безопасности. Беспалые. И вот я беру вот так вот. Ну что, я очень благодарен, что мы с вами встретились. Я действительно скучал по вам. Почаще надо встречаться и почаще проводить такие диспуты. Я думаю, что я не сдавил вас своей эрудированностью. Я вас не очень... Еще алаверды, как бы, конечно. Да. Вот для того, чтобы наши диспуты были научные, нам бы как раз и сделать так, чтобы популяризация науки стала главной идеей в этом обществе, в котором мы живем. Дмитрий Захарович, дело в том, что у глобальной волны сейчас есть проблемы с помещением. А помещение – это то место, где мы можем собираться, не в кафе каком-то. А для этой цели надо, наверное, обратиться к нашему Владимиру Владимировичу. Угу. Скорее всего, с днем рождения. Ну, можно обратиться к Собянину, более мелкому, как говорится, руководителю, потому что собственностью в Москве занимается Собянин. Ну, с подачи Владимира Владимировича он даст поручение Собянину, Собянин, наверное, подберет такое.
И тогда мы будем собираться. Есть федеральные имущества, не обязательно. На территории Москвы есть много федерального. Они находятся в управлении. Конечно, ФСБ. Нет, ну причем тут ФСБ? Ну зачем ФСБ? Федеральная собственность, она находится на территории Москвы, которая дает воздух, значит, воду, сантехнику и прочие-прочие вещи. Поэтому отвергать Собянина в этом деле нельзя. С подачи Владимира Владимировича он дает поручение Собянину, а Собянин подбирает помещение. И этим местом мы сможем в этом, так сказать, как бы помещении, ну, это проводить научные диспуты. Ну, во-первых, нам не надо там 20-30 метров. Нам нужно не менее 150 метров, где будут отдельные помещения, там режиссерское и прочее. Будет отдельный зал на 100, там 150 человек, когда мы можем собирать большие конференции. Наверное, это было бы самое идеальное. Это загородный пансионат с большим блоком номерами, с залом. Вот уже начинается. Дай мизинец, смотри, по локоть все отхочет. Нет, нет, нет. Прекрасно. 150 метров – это вчерашний день. Ярослав Петрович, значит, курочка по зернышку клюет. Мы сначала заработаем деньги. Сбербанк мы уже нагнули, теперь идем дальше. Ну, Сбербанк это... Не надо. Сбербанк это монстр. В общем, все равно придет время, когда научная мысль... Научный социализм придет. Да. Я абсолютно уверен, что мы движемся в нужном направлении. Это термин, научный социализм. Да. А, кстати, Рязанов, он говорил о научном коммунизме, но если его подправить, то это будет научный социализм. Я думаю, достаточно. Собственно. На сегодняшний день, да. С тобой и люди всей земли, пора спасать наш мир. Любовь святую воскресить, добро в сердцах нести. И пусть все благородное звучит во всех устах. Идет добро народное с любовью для землян. Мы два различных полюса, лишь вместе мы земля. Сольются люди всей земли для мира и добра. Дадим мы жить всем людям, всем детям на земле. Накормим и оденем людей всех на земле. Смеются дети радостно, любовь у них в сердцах. Почет у них к родителям, природе, старикам. Навоз мы в удобрение сумеем превратить. На этом удобрении природу воскресить. Встают народы всей земли, встают спасать наш мир. Любовь святую воскреси, добро всем принести. И только благородное звучит во всех устах. Идет добро народное, глобальная волна. Вставайте, люди всей земли, пора спасать наш мир. Любовь святую воскреси, добро в сердцах нести. И пусть все благородное звучит во всех устах. Идет добро народное с любовью для земля. Будите разумной вселенной, галактики мира наш дом. Из дерзкой мечты непременно мы храм для души возведем. Мы дух человека возвысим и рай на земле создадим. Достигнем космических высей, святые врата отворим.
его потомкам, чтобы верой единству служить. И будем в миру без обломков, с природой в гармонии жить. Посеем зерно ноосферы на пашне далеких планет. И будет наш гимн пионером, дарящим космический свет. Поставим законы вселенной во благо забытым землян. И будем трудиться бессменно, чтоб счастье им дать океан. В глобальной волне, что нас объединяет, суверенитет России нас вдохновляет. С безграничной энергией и мечтой в руках создадим мир, где нет преград. Вместе в ритме календаря 13-20 положим конец ростовщичеству навсегда. Положим конец ростовщичеству навсегда. Мы дети разумной вселенной, галактики мира наш дом. Из детской мечты непременно мы храм для души возведем. Мы дух человека возвысим и рай на земле создадим. Достигнем космических высей, святые врата отворим. Верой единству служить. И будем в миру без обломков, с природой в гармонии жить. Посеем зерно ноосферы на башне далеких планет. И будет наш гимн пионером, дарящим космический свет. Законы вселенной во благо забытых землян. И будем трудиться бессменно, чтоб счастье им дать океан. В глобальной волне, что нас объединяет, суверенитет России нас вдохновляет. В безграничной энергии мечтой в руках создадим мир, где нет преград. Вместе в ритме календаря 13-20 положим конец ростовщичеству. Вселенной, галактики мира наш дом. Из детской мечты непременно мы храм для души возведем. Мы дух человека воспысим и рай на земле создадим. Достигнем космических высей, святые врата отворим. Построим дорогу потомкам, чтобы верой единству служить. И будем в миру без обломков, с природой в гармонии жить. Посеем зерно ноосферы на башне далеких планет. И будет наш гимн пионером, дарящим космический свет. Наш гимн пионером, дарящим космический свет.